Ми продовжуємо проект «Махалай дізнається». Цього разу ми прийшли до ЦНАПу. Дуже дякую за ваші запитання, які ви залишали в наших соцсетях. Зараз ви отримаєте вичерпні відповіді на них. Всі питання, які ми під час цього відео будемо ставити Майі Бошковій, начальнику Центру надання адміністративних послуг, прислали нам ви у соціальних мережах – Instagram та Facebook. Дякуємо, що долучаєтесь до проекту, цілю якого врешті-решт є відповідь на найбільш поширені питання та проблеми мешканців Болградського району. У відео ми розповімо, як записатися до черги, які послуги можна отримати у ЦНАП, а які ні, про паспорти, реєстрацію та таке інше. Дивіться уважно, можливо, ми відповімо саме на ваше запитання. Доброго дня. Доброго. Дякую, що погодилися зустрітися з нами і відповісти на ті питання, які задавали нам наші читачі. Давайте спробуємо? Давайте спробуємо. Можна ли приписатися? Да, на сегодняшний день прописаться можно. У нас была кое-какая проблема. С начала войны у нас были закрыты все реестры, в том числе реестр территориальной громады. Из-за чего люди не смогли прописаться, получить довідку про регистрацию проживания. Но с июня месяца, слава богу, все наладилось. Мы начали работать. На сегодняшний день мы можем прописать людей, выписать людей, дать витік про реєстрацію місця проживання, довідки про зареєстрованих осіб за даним адресом. Реєстр працює, слава Богу, все добре. Є ли очередь или запись на получение загранпаспорта? Да, очередь есть, и она огромная. Но для того, чтобы мы не делали лишние записи, мы предусмотрели вместе с программистами, которые обслуживают нашу электронную чергу, очередь на месяц. Это не только распространяется на паспорт, это распространяется на все услуги, которые мы сегодня предоставляем. И очередь есть на месяц, на целый месяц закрывается очередь. Можно ли сделать загранпаспорт, это дублирующий, да? Да, сегодня можно сделать загранпаспорт у нас, и не только загран, и ID-картку можно сегодня заказать. Сегодня право человека получить загран и украинский паспорт, на что они могут прийти, записаться к нам и сдать документы на получение паспорта. Какие документы нужны на получение заграничного паспорта? Для получения заграничного паспорта взрослому человеку нужно паспорт гражданина Украины, нужна прописка и идентификационный код. Для ребенка и для взрослого и при наличии загранпаспорта. Он тоже при сдаче должен принести с собой загранпаспорт. Если документы подается на дитину, нужно принести свидетельство о рождении ребенка, нужна прописка або код, там можно и то, но при желании это предусматривается один из документов. И паспорта родителей. Это обязательно. Можно ли мне мой паспорт-книжечку заменить на ID-паспорт? Можно, это право человека, есть желание сегодня заменить паспорт, он также приходит, записывается, подает заявку, на что ему меняют обыкновенную книжечку на ID-картку, на биометрический паспорт. Как получить гражданство Украины? Это полномочия не наши, это полномочия миграционной службы Украины, поэтому звертайтесь, будь ласка, до них. Спасибо. Как восстановить паспорт гражданина Украины с временно оккупированной территории, если никаких документов нет? Это полномочия тоже миграционной службы, на что они будут делать у себя запросы, они связываются с другими миграционными службами, откуда приехал человек, и это уже работа миграционной службы, на что они и повноважены. Заменяет ли ДИА паспорт? Можно ли не носить с собой паспорт? Для того, чтобы установили личность в дороге, если у тебя останавливает определенный орган, ДИА сегодня работает, это предоставляет документы, но для того, чтобы подать документы для получения какой-то услуги, державной услуги, нужно предоставить паспорт гражданина Украины, обовязково. Есть ли какая-то электронная очередь, чтобы
не приезжать в Белград, например. Да, мы предусмотрели такую возможность. На сайте Белградской Миської Ради есть наша страничка ЦНАПа, куда можно зайти, там за посиланием выбираете центр надания админпослуг, за посиланием, если нужно миграционные послуги, если нужно социальные послуги, куда вбиваете свой номер телефона, фамилию человека, за посиланием далее выбираете себе удобное время, свободное, и регистрируетесь онлайн. Просто для того, чтобы быть спокойными, чтобы мы могли увидеть, нужно будет сделать скриншот своего талончика, который высветится у вас в телефоне. Если прописать в своем доме переселенца с временно оккупированной территории, то он потеряет статус переселенца? Этот вопрос сегодня двоякий. Ответа на него точного нету. Прописаться человек имеет право, это его тоже право. Статус, теряет он или нет, ответить сегодня, не знаю, даже может и Управление социального защиты не до конца сможет ответить, потому что не предусмотрено такое, чтобы лишить человека статуса переселенца. Чтобы он потерял свой статус, он должен прийти сам, лично написать заявление, что он не является статусом переселенца. Так мы его снять не сможем в статусе. Получается, что вопросов мы получили довольно много и в личных сообщениях, и в историях, но в основном они все дублирующие и все касались электронной очереди. Но раз вы говорите, что программа восстановлена и работает... Да, работает. Просто у нас было то, что период какой-то не работала линия по приему документов на загранпаспорт и ID-паспорт. Мы эту чергу... Просто была она закрыта. Поэтому не могли люди записаться на эту чергу. Смысл было чергу открывать, когда мы не знали, когда нам придут, сделают эту рабочую станцию. Просто, конечно, все бывает, ничто не ломается из-за перепада напряжения. К сожалению, у нас горел шифратор, поэтому мы не смогли 2 недели принимать людей. Нужно было, чтобы приехала сама компания с Киева. Это сегодня секретное оборудование, которое несет персональные данные, и туда лезть не имеет права никто, кроме спецслужбы, которая сегодня за это отвечает. Угу. К сожалению, так. А восстановлена ли работа по регистрации гражданских общественных организаций? Да, да, восстановлено, можно сам. Но есть ограничения на сегодня, если до войны, скажем, мы могли больше полномочий, имели больше полномочий по регистрации, что касается юрлиц и общественных организаций, но после того, как нам дали доступ после отключения определенного, ну, данного реестра, не все услуги нам позволили на сегодняшний день. Есть ограничения, которые это может дать державный регистратор. При желании человека, если это интересует, он приходит к державному регистратору, на что она дает свои консультации и говорит, куда можно обратиться, чтобы получить данную услугу. Спасибо. И в общих чертах, какие услуги ЦНАП может оказать сейчас? У нас сегодня очень обширный перечень услуг, куда входит 346 административных услуг. Очень услуг, много услуг, касающихся бизнеса. Где-то 60 услуг, если не больше. Услуги у нас по регистрации имущества. Мы оказываем услуги, прописка, выписка людей. Большой объем услуг социального значения, куда входят пособия, субсидии, допомога, в том числе и надание статуса внутренне перемещенных особам, также допомога внутренне перемещенным особам. Паспорта, это у нас самое актуальное на сегодняшний день перечень услуг. Также у нас можно подать документы на получение декларации на готовность объекта, поведомление про початок строительных работ, местобудовные умовы, строительный паспорт, дозвол на спецводокористование, на отходы, выбросы в атмосферное поветрие. Перечень услуг очень обширный, объемный. Ну, ми справляємося. Дуже вам дякую за те, що відповіли на це питання. Маємо надію, що це допоможе людям нашої громади, нашого району. Да, пожалуйста, все, обращайтесь, при желании, всегда вы рады встретить, рассказать, объяснить и подсказать.
Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої запитання, може якісь скарги, просьби в коментарях та слідкуйте за нашими соціальними сітями. До побачення! Дякую, що подивились ролик до кінця. Будь ласка, передивіться наше інше відео.